Обвязка края с пышными столбиками. Вот такая у меня есть схема этой обвязки. Все бы в ней хорошо, кроме того, что вот, собственно, ряд с пышными столбиками вяжется в другую сторону. Сейчас мы разберемся, как это делается. Вот я подготовила вот такой вот, считаем, что это борт, допустим, жакета. Ну и провязала вот два ряда, третий из столбиков без накида вязать не стала, чтобы вот начать с этой стороны. Делаем 3 воздушных петли, вяжем 2 столбика с одним накидом. А теперь вяжем пышный столбик вокруг этих двух столбиков. Я вот вытяну ниточку 3 раза. Вы уже смотрите, так сказать, по ниткам, по тому, что вы хотите получить. Чем больше раз вытяните ниточку, тем пышнее будет столбик. Делаю воздушную петлю. Здесь пропускаю один столбик. Вяжу опять 2 столбика без накида, с одним накидом. И также делаю вокруг них пышный столбик. Воздушную петлю. И так иду до уголка, то есть вот то, что мы вяжем по прямой стороне, оно все одинаковое. Сейчас я дойду до угла и покажу, как вязать на уголке. Вот я дошла до угла. На самом уголке мы не пропускаем вот здесь вот столбик, а вяжем прям следующие 2. Воздушную петлю делаем. Такой же столбик провязываем, делаем пышный столбик, воздушную петлю делаем, а вот столбик вот между столбиками с одним накидом не пропускаем, то есть вяжем сразу в следующий столбик. Это вот буквально пару раз нужно сделать на самом уголке. А все остальное, в общем-то, так же. Когда идем по прямой стороне, там между этими столбиками с одним накидом у нас есть пропущенный столбик. Все, вот мы повернули, теперь мы пропускаем столбик. И дальше по прямой стороне вяжем, в общем-то, точно так же, пропуская один столбик. Давайте довяжем это. Столбик пропускаем. Вот у меня уже последний будет тут пышный столбик. И в конце ряда вот в петли подъема столбик без накида. Давайте посмотрим, что получилось. Как видите, вот такая вот обвязочка, она ровно и красиво легла по уголку. Смотрится практически одинаково с обеих сторон. То есть, если это вот пола распахнется, все очень красиво смотрится. И вот такая вот пышненькая обвязка. Сколько брать, сколько раз вытягивать ниточку, смотрите сами. Вот такой вот краешек, по-моему, очень красиво будет смотреться на изделии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. Впереди вас ждет много интересного, поскольку у меня много разных идей и много еще разных узоров, которые мы не разобрали. Успехов вам и легких петелек!